Приветствую всех на своем канале, меня зовут Максим. Сегодня мы отправляемся в ночной схрон. Осталось у меня 2 минуты. Представляете, какой подгон? Я прям попытался... Ой, темное подношение зато мне выпало. Замечательно. Сначала сюда я отправлюсь, естественно. А затем на темное подношение ивент. Сейчас надо как можно максимально быстро попробовать залутать. 2 минуты у меня. А. Так. Сейчас, может быть, повезет и найду. Может быть, успею. Так, понятно. Я даже не говорю, какой я комплект с собой взял. Как говорится, что есть, то и есть. К сожалению, нету. Понятно. Ой-ой-ой. Довольно большая локация. Остается лишь только пофармить сундучки. Во. Вот он, герой нашего времени. Вот здесь они не такие шустрые, заметили, да? Понятно. Вот, а в подземелье отрекшихся очень шустрый. За ним не угнаться. Очень тяжело, ребят. Подземелья, они там такие шустряки. Так. Сейчас самое главное не попасться на удочку. Может быть, что-нибудь ценное выпадет. Сердцевина алтаря, например. К сожалению, нет. Ага, там ведьма. Вот проклятого я сейчас выманю. Ведьму буду убивать. Только бы не завизжала, реально. Нет! Да.
Да уж, целая стая за мной побежала. Вот так и бывает. Страшно бывает иногда. Лютову опять. В этом плане вроде бы все нормально. Вроде бы окупаюсь. Но не до конца ясно, нормально ли я что-то вытащу сейчас из сундуков, или же опять дерьмо. Вот что важно знать, однако. Я вот так вот тихонечко подкрадываюсь. Из ведьмы должна благовоние выпасть. Отлично. Второй сундук лутаю. Да. Не вовремя. Тихо, тихо. Я так испугался ведь. Я очень сильно испугался. Бинты. Блин, еще кто-то. Нет, 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 нет. Отлично. А что же вы мне все тычете вот эти вот какие-то... Я не понял. Как их там называют? Так, ладно. Фух, хардкорно. Адреналинчик ощущается. Такой небольшой. Он даже волк успел убить. Я не понимаю, почему такие боты шустрые? Настолько вот и... Я их не понимаю. Оп. Вы видели, что мне выпало? Мастерство боя пернач. Я не могу его использовать сейчас. Придется. Прочитать или нет? Теперь на два. К сожалению, вот так будет. Теперь у меня пернач будет не 36, а 38. Шипастый палец. Разошелся, я смотрю. Так, понятно, все одно и то же. Ягодки. Ну. Да. Так, лучше. Шипастая палец не нужна. Выпью. Вместо свечи. Это возьмем. Лутаем вот этот сундучок спокойненько. Сейчас, может быть, что-нибудь нормально выпадет. А то без коза, как кто-то ко мне приходит. Здесь тоже. Ну, нормально. А вот дальше... Увы. Не способен. Я отправился на ивент «Темное подношение». Я хочу попробовать овес там обменять. Но это не факт, что получится. Безымянный бог ждет твое подношение. Я лучше подожду, чтобы обменять.
Друзья мои, в общем, взял я слезы Аисы, естественно, я 5 штук туда положу, и посмотрим, как все это будет работать. Не факт, конечно, что все получится. Возьму я вот это, чтобы сэкономить. Одену-ка я лучше вот это. Вот. Можно идти. Моргенштерн, правда, покоцали, поэтому лучше с собой взять, наверное, на всякий вот случай. Целый пернач. Я что-то не догадался об этом. Вот он, целый пернач. Переправляемся. Так, я уже здесь. Довольно-таки легко их тут здесь убивать. Никто не нападает даже. Так что все достаточно легко и просто. Сейчас быстренько я все здесь соберу. Посмотрим, что мне выпадет в обмен. Так, вот и все. 5 слез Аисы. О, 16 тыкв. Слушайте, нормально, неплохо. Мне хил дали. Тыква дает 20 лечения. Ну, ой, да, постепенно лечение 20. Нормальный обмен такой. Неплохо, я доволен. Ну, на этом ролик подходит к концу. Вот, заканчивается он. Всем до скорых встреч. Пока-пока.